Профанация, блядь. Имитация стрельб, имитация учений, имитация строевого строя. Moskva vilayətindən səfərbərliklə orduya çağırılan və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşan çağırışçılar hazırlıq səviyyəsindən narazılıq edərək zabitə hücum edib. Çağırışçılar onlara silah verilmədiyini, mənasız yerə vaxt keçirdiklərini deyib. Zabitlə kobud rəftar edən çağırışçılardan biri ona əl qaldırıb. Давай так стоять. Ничего, вы офицер, вы держите руки в карман. Ну, а что ты? А? Вот этого не надо делать. Тихо, Саш, не распускай, Саш. Вот это не надо делать. Блять, башка отлетит, брат, я мастер спорта, блять. Ну хорошо, я рад. Как ты просто загибаю, блять. Ну я рад. Не смей так со мной разговаривать. Офицер, мы стоим, блять, вы руки в карманах держите. Ты правильно. Я тебе говорю, ты. А вот за оскорбление можно... Чё ты мне сделаешь? Чё ты мне сделаешь? Ну, давай. Я никого... Давай. Солдат никого не бью никогда. Руки из кармана вытащи. Ты сейчас в зеркало видел, фуцер? Вижу.